сегодня мы открываем очередную летнюю прекрасную выставку. Для тех, кто не знает, керамика Ольги и живопись Екатерины. Вот мы здесь размышляем, показываем прекрасное. Выставка называется «Линия и пятно». И я сейчас передам микрофон девушкам, и они расскажут больше о своем искусстве. На самом деле говорить об искусстве всегда интересно, но не хочется говорить об изобразительном искусстве словами, потому что изобразительное искусство для того и существует, чтобы изображать. Вот. И я вот лично в своем творчестве стремлюсь изобразить то, что как раз словами сказать нельзя. Вот. В этом проекте таким удивительным образом все сложилось, что мы с Ольгой только сейчас познакомились, да? А многие подходили ко мне и говорили, а ваша вот выставка, вы вместе работали? Потому что ощущение вот этого, да, Оль, ощущение того, что и у нее есть вот это, то, что не говорится словами, то, что не скажешь, и у меня какие-то вот эти вот вещи хочется выразить. И так здорово, что это все вот объединяет людей. И вы пришли тоже сегодня здесь вот с нами, тоже вот ради этого. Так что для меня это вообще праздник. Спасибо вам. Я присоединюсь к словам Кати, что действительно мы не были знакомы, и для нас это было определенным сюрпризом быть вместе в этой галерее, в этом зале прекрасном. И мне кажется, что мы действительно, для нас это было очень неожиданно, и нам показалось, что наш дуэт очень гармоничный. И я думаю, что будут какие-то у нас дальнейшие совместные проекты. То, что касается моих работ, это в основном ассоциативные работы, частично связанные с природной темой, с какими-то ассоциациями. Поздравляю вас всех с нашим открытием. Спасибо, что вы не уехали из Москвы в эти жаркие дни, откликнулись на наше объявление. Мы очень счастливы и рады вас видеть в стенах галереи «Открытый клуб». А выставка будет работать до 8 августа с 4 до 10 каждый день. Приводите друзей, детей, рассматривать, но не трогайте. С 4 страшно. С 4 вечера, да. Если будет такая же прекрасная погода, то замечательно. В общем, погуляйте, зайти к нам в гости. Кто-то хочет сказать что-то? Алёша, Самое паршивое время в жизни художника — это когда он перестает быть официально молодежью, гуру с вот здесь вот иконостасом еще не дорос. Это самое паршивое время, потому что про них никто не думает. Пардон, про нас никто не думает. Потому что это я сейчас там, Оля сейчас там, Катя сейчас там. Мы сейчас все в этом идиотском времени, когда это вроде как творческий расцвет. Да? Мы уже все можем и еще все хотим, а при этом нас никто не видит. Поэтому, Катя, большое спасибо. Вот за это большое спасибо. За то, что каждое лето здесь какое-то количество нас, никому еще и не видных, и уже не видных, все-таки появляется на поверхности. Вот. И, собственно, без этого мы бы не пережили. Серьезно? Пошел плакать, просто честно.